Привет всем подписчикам, а также случайным зрителям. И в этом видео я вам покажу, как вы можете ускорить свой Android-телефон практически в 3 клика. Для этого вам не понадобится подключать ваше устройство к компьютеру и не нужно устанавливать дополнительные root-права. Все четко и по делу, конкретная инструкция. Что ж, давайте начнем. Настройки о телефоне. Версия MIUI. Нажимаем несколько раз до тех пор, пока здесь не высветится «Вы стали разработчиком». Только после этого вы получаете расширенные настройки. Заходим вниз для разработчиков и листаем вниз. Смотрите, здесь мы ищем анимация окон, переходов и длительность анимации. Стандартно у нас стоит 1x. Чтобы ваш смартфон реально ускорился, мы эти все анимации просто берем и отключаем. Ставим пункт без анимации. Все. После этой настройки ваш смартфон ускорился. Вы теперь реально без анимации, когда будете работать и пользоваться своим устройством, все ваши переходы будут совершаться за считанные миллисекунды. Вы сами это можете заметить. Если это видео вам понравилось, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видосом с друзьями. Я вам буду очень благодарен. Всем спасибо, ребята. Всем пока.